Количество инфицированных в мире продолжает расти и уже составляет 480 тысяч человек. Почти каждый четвертый вылечился. Смертность перешагнула порог в 20 тысяч. Среди европейских государств самая большая вспышка наблюдается в Италии, Испании и Германии. Как ведут борьбу с вирусом в европейских странах, расскажет Роман Смолер. Италия, регион Лацио. Здесь открывают новые больницы из-за рекордной вспышки коронавируса. Лишь за последние сутки почти 1800 новых случаев. Врачи отмечают, что вирус поражает не только пожилых, но и молодых. Реальность такова, что этот вирус поражает людей всех возрастов. Он настолько агрессивен, что нам всем нужно быть осторожными. Абсолютно всем. А это Лигурия. Для заразившихся коронавирусом оборудовали целый круизный лайнер. Он пришвартован у берегов Генуи. Там могут разместить до 350 пациентов. Это госпитальное судно означает, что многие стационарные медучреждения могут вздохнуть с облегчением. В случае дальнейшего ухудшения ситуации мы можем создать палаты интенсивной терапии в трюме корабля. Тем временем в немецком Мюнхене открыли станцию для тестирования на COVID-19 прямо на улице. С результатами тестов работают ученые. Несмотря на вспышку в Германии, в стране уровень смертности от коронавируса один из самых низких в мире. Из наших отчетных данных видно, что число случаев возрастает. Конечно, также следует ожидать ежедневных колебаний. А во Франции развернули спецоперацию «Устойчивость». По словам президента Эммануэля Макрона, в операции задействуют армию. Военные вертолетами будут транспортировать больных и оказывать помощь госслужбам в борьбе с коронавирусом. Я попросил правительство принять четкие и решительные меры для всех работников здравоохранения и всех государственных служащих. Все мобилизированные получат финансовую поддержку. Во Франции за все время распространения коронавируса более 25 тысяч зараженных. Жертвами стали 1300 человек. Роман Смолер, телеканал «Дом».